Здорово, танкисты! Так, все, конечно, прекрасно видят, сразу меня не закидывают, блядь, лепёшками с говном. Бой, конечно, от Арты, от Михона, бой на реплее от Михона, подписчика, друга от Михона. Он, значит, заядлый такой артовод, любитель этой класса, этой техники. Хотя на других тоже гоняет танчика, ну, предпочитает Арту. Ну, кому как. Выходит он в бой с друзьями. И сразу, значит, наблюдаем у него такая, значит, тут уже свои там позиции, короче. Свои уже примочки, блядь, где, чего, да как, блядь. И вот первый пиздец. Первый пиздец ушел. Нихуя себе, еще бы немножечко, это было бы просто ваншотом, блядь. Вот такая вот ситуация сложилась нескромная с Лоркой. Так, дальше, значит, Миха делает маневры. Маневры от куста к кусту, от камня к камню. Так, выцеливаем. Шкода, блядь! Шкодина ползет, блядь. Шкодина что-то учуяла, блядь, что-то задумала. У нее там тоже своя какая-то тактика. Пау, блядь! Маневр, блядь, удар в землю, блядь. Удар в землю, блядь. Это новая такая... Новая тактика от Михона на арте. Это как все равно, что у этого, у Тора есть молот, блядь. Вот так. Хуяк по земле. Типа такое землетрясение. Землю тряхануло, ну и Шкоду соответственно, блядь. Яйца у Шкоды упали, блядь, к земле приникли. Все, Шкода не жилец. Ну, кстати, нет, там немножко всего отняло, там 168 было или 138. Так что, в принципе, ничего страшного. Так, Т-54 уже что-то тоже задумал. У него тут тоже своя метода. Тын-тын-тын-тын-тын. Опа-опа, на ну-ка. Стоит. Затаил дыхание. На, нахуй, блядь. Блядь, 54-ка. Затаило дыхание, дыхание перевело. И пиздец. Так, смотрим дальше. Миха решил взяться за тяжей. А результат далеко не утешительный при команде, значит, такой тяжеловесов, блядь, 3-5, не совсем хорошо. Друзья у него на горе заняли место ПТ, ну как все ПТ, стоят, значит, оттуда, танкуют. Там у них своя фича. Там на вафле пиздатый, на ЛБшечке тоже нехилый. Так. Миха тут выцеливает жертву, следующую. Жертва, блядь, из 7, блядь, ну. А тут никак, сука, вот он, бля, встал, вот он притаился тут, ну нихуя себе. Ну, у них тяжа, малорики, блядь, пиздец, надо было так забраться к горе, примкнуть. А тем временем счет уже 3-6. Счет 3-6, и это пока не утешительный такой счет. Так, Миха, все, думаю, Михон все ждет. М-103 там, блядь, пару штук должно быть где-то болтаться, взводных. Но они, сука, что-то не хотят вылезать. Опа, опачки, опа, соточка. Вот арты любят вот такие вот танчики. Такие тяжеловесы. Они здоровые, большие, блядь. По ним бей куда хочешь, везде все пробьешь. Так. У нас наблюдательный пункт, блядь. А это все равно, что, короче, мы находимся как будто бы в космосе. И с орбитальной станции. Так, ту-дун. Так, ту-дун, говорим. Координаты такие-то, блядь. Координаты скайфо, блядь. Хуярим, короче, по левому кусту, блядь. Квадрат, нахуй, там 315, блядь, на 420, блядь, там хэм, блядь. Там хуй знает, как они там это все объявляют. Опа! Опа, плюха! Опачки! Словил, соточка словила, бля. Плюшеча. Там да, еще, короче, вторая арта добавляет еще одного плюшеча. В общем, сотка поиграла. Вот. Смотрим, что тут происходит у нас дальше. Все тут уже потихонечку сваливают. Потихонечку делают лыжи. Счет 5-7, блядь. Мы прям пиздец, как в комментаторской будке, нахуй. Следим за футбольным матчем. Один локомотив 1 против локомотив 2. В общем, тут, конечно, за такие жесткий уровень такой боя. Хули, 10 уровень. На аду. Десятки, девятки. А Михон на восьмерке. Ах, какая восьмерка? У Михона вообще, блядь, 7-го левела, бля, арта. 7-го левела, блядь. Нихуя у него такой кропаль, а так нехило бьет, блядь. Бам! Удар в землю, бля, опять. Удар в землю. Это, бля, вот у него тактика такая. Походу у Михана, блядь, такая тактика, блядь. Удар молотом в землю, чтобы тряхануло и пиздец, чтобы у всех так вау, яйца примкнули к земле магнитом. М-103 там, блядь, на 400 хп, он там поджался к домикам. Он говорит, ну и он нахуй такую игру. Опачки, какие люди в Голливуде, блядь, да ну нахуй. Так, тихо, она спряталась, она зажучилась. У нас идет сведение, а там с космоса, с орбиталки там. Давай, блядь, по кусту, хуя, тут она стоит, бля, в натуре там. Опачки, прилетела. Так, чемодан доставлен. Кто там у нас? Ну-ка, открываем черный ящик, есть, блядь. Есть! Блять, арта получила. За щеку. Конфету. Чупа-чупс.
Ну, в принципе, уже и счет уже, так сказать, не то что уравняли, но счет уже даже в нашу пользу 10-7. Вот как при таком счете они могли просрать? Ну, потому что И7 у них забурился куда-то, полез в горы, скалы, блядь, скалолаз хуй. Может быть, из-за этого. Может быть, из-за того, что у них протупили, причем, ну, хороший взвод, 2 М103 и, блядь, хорошая, это, вафля. Протупили, хуй его знаем, блядь. Может быть, из-за них они слили. Оп, не досталось, не досталось. Плюшечка. Так, здесь смотрим еще. Здесь у них осталась вафля, борщ и арта. Лорочка. Опа-опа. А этот, блядь, по кустам шарится, борщ, блядь. А хули тут ему еще делать? Ему уже тут нехуй ловить. Ну, естественно, взвод уже, Михона, его друзья уже поехали на ПТшках, просто уже в раж. Ну, а потому что хули тут уже, как бы... Они причем уже давно, они там уже, походу, М103 завалили, что-то они уже тоже до хера там что-то нахерачили. Поэтому все у них нормуль. Опачки, опа, плюшич, 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 один, второй, третий, куча плюшичей. Завалили, вот такой вот бой, значит, на мастера. Михон получил мастера, в результате там 3000 с чем-то дамага. И 2 фрага, по-моему. А, нет, здесь один как и высвечивается, так и высвечивается. Он всего одного забрал вот эту батчатку. Опа, и лорыч уходит в ангар. Вот такой вот интересный бой на арте. Всем пока, всем хороших боев. Поменьше ваших шотов от арты. Всем пока.